Так, хочу показать, как я открутил центральный болт коленвала. Чтобы для удобства поставил я двигатель на деревяшку, прикрутил и заодно вот через это отверстие саморезом прокрутил к этим же доскам. После этого взял вороток, вот так вставил. Труба у меня вот такая, наверное, где-то 1,20 м. Встал на нее, уперся в двигатель. И всем весом и она и пошла. Пошел этот болт. Вот так, берите на заметку. Чуть не забыл, как я заблокировал маховик. Здесь отверстие, чтобы снимать бублик. Короче, взял болт подходящего диаметра, чтобы проходил через маховик. И, короче, насквозь просунул. Взял головку на 24, чтобы меньше перекоса было, потому что вот так вставляется она, как можно меньше люфта. И сюда гаечку кинул. И вот так закрутил. Короче, у меня получилось. Тоже имейте в виду. Так, болт открутил. Вот такой он. Вот шкив. Что-то я шайбу. Или вот она. Сейчас посмотрю. Неужели это вот эта шайба, которая стоит $15? Ну да, что-то все просматривал. Никакой шайбы нету. Может, зря купил. Короче, шайбочка $15 стоит. Типа с алмазным напылением, чтобы болт не открутился. Но здесь ее нету. Ясненько. Ладно. Так, для фиксации распредвала я использовал болт. Видите, приварил. Так, длина его 96 миллиметров. Кадами, PR-кадами кверху. И фиксируем. Вот так он плотненько становится. Вот так. Все, распредвалы зафиксированы. В таком состоянии. Так, сам ремень, ну, еще неплохой, не тресканный. Ну, когда сниму, я его еще поизгибаю, посмотрю, как там на предмет трещин. Привод масляного насоса тоже вроде неплохой. Ну, сейчас еще ремешок сниму, покажу.